Газманов рассказал об удалении опухоли в Германии. Российский певец Олег Газманов рассказал об операции в Германии, где ему удалили опухоль. Исполнитель дал интервью в программе «Абонент доступен» на латвийском интернет-канале MixTV. Он подтвердил, что летал в Германию на операцию 8 лет назад. Немецкие врачи вырезали ему опухоль гранулему. Информация о том, что она была злокачественной, не подтвердилась. Артист заметил, что рассказывал уже об этом событии в своей жизни в программе «Секрет на миллион». После этого появилось множество слухов о том, что певец серьезно болен. Газманов опроверг эту информацию. «Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный молодой мужчина», – объявил он во время интервью. «Все нормально». Исполнитель также объяснил, почему делал операцию в Германии, а не в России. Он отметил, что 8 лет назад российские специалисты боялись брать эту операцию, так как шансы того, что он сможет петь в дальнейшем, были невелики. Однако врачи посоветовали очень хорошего эксперта в Германии, который работает этой узкой специализацией. «Я свободный человек и на свои деньги могу ехать куда хочу и покупать то, что я хочу», – подчеркнул Газманов. На свои честно заработанные деньги. Ранее на программе «Секрет на миллион» певец рассказал, что большую поддержку ему оказывали дети и супруга Марина во время болезни 8 лет назад.